такая каретка для врезки замков с AliExpress. Вот у нее ограничитель глубины. Здесь у нее можно настраивать, смещать замок. Вот я пробую на бруске, так как двери у меня нету. Вот я попробовал один раз, врезал дрелью. Глубина сантиметров на 15, можно заглубиться. Поставляется вот в таком чемодане. Здесь в комплекте идут фрезы. 24-я фреза, 22-я фреза и 18-я фреза. Также вот тут шурушки всякие для врезки сбоку отверстий цепляется. Какая-то подкладка, не знаю. Два ключа. Сейчас попробую врезать отверстие под замок. Откручиваем фиксаторы. Брусок еще сырой, не сушеный, поэтому плоховато сверлится. Вот, сделал отверстие. Можно заглубляться под замок. Это я вот первый раз с глубиной настраивал. А это насквозь сделал, пробил. Вот аналог фрезера проходным, который стоит по 20 тысяч. Плюс фреза на него еще где-то 1000-1500 стоит. Здесь вот этот комплект мне обошелся около 6 тысяч. Ну, и дрель простая интерсколовская.